В Иванове выбирают лучшую дворовую команду региона по футболу. Впервые в областном центре проходит всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6×6. В финал вышли 13 команд. В каждом районе нашей Ивановской области были проведены предварительные соревнования. Победители муниципальных соревнований сегодня приехали на финал, который проводится на полях стадиона «Локомотив». Сильными дворовыми командами славятся города Иваново, Шуя, Вичуга, Ивановский и Шуйский районы. Уступать здесь не намерен никто. Ведь победителя фестиваля ждет поездка на всероссийский финал в Санкт-Петербург, который пройдет с 27 августа по 1 сентября на новом стадионе. Мы ездим на всякие турниры, занимаем приличные места. Мы очень усердно готовились, настрой у нас, конечно же, победный, и будем побеждать. В турнире участвуют как опытные команды, так и новички. Для организаторов соревнований важно, чтобы летние каникулы как можно большее количество ребят провели с пользой. И, похоже, добиться этого удалось. Несмотря на то, что фестиваль детского дворового футбола в регионе проводят впервые, его участниками стали 850 человек. Команда появилась 2 года, к нам приехал тренер, вот, начал нас тренировать. А так, ну, мы давно все знакомы, там, с одной школы, и в футбол вместе давно играем. Для любителей футбола есть хорошая новость. Не только на стадионе «Текстильщик» в этом году проведут ремонтные работы, но и на стадионе «Локомотив». Здесь заменят покрытие, поле будет с подогревом. Любовь Почерникова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.